Здравствуйте, вы смотрите итоговый выпуск новостей. В студии работает Сауле Байгалиева, судоперевод Жангуль Жунусовой. И в этом выпуске вы увидите. Готовь уголь летом. В отделе ЖКХ назвали причины образовавшегося ажиотажа с твердым топливом. По следам Астаны. Семьи и дворы обустраиваются по концепции благоустройства столичных дворов. Более 70 юных скалолазов выявляли сильнейших в городском чемпионате по спортивному туризму. Лучшие отправятся на чемпионат области. А теперь обо всем по порядку. По итогам 9 месяцев текущего года рост экономики страны составил 4,3%. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Данные положительной тенденции способствуют макроэкономическая стабильность и инвестиционная активность, а также благоприятные условия на внешних рынках. Основными драйверами роста стали промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь. Итоги 9 месяцев демонстрируют позитивное положение во всех сферах социально-экономического развития. С учетом этого правительство ожидает рост экономики по итогам года на уровне не менее 3,4%. Это наш консервативный прогноз. Он основан на базовом сценарии. Исполнение текущего плана на четвертый квартал напрямую связано с добычей нефти, а также с показателями в таких отраслях, как сельское хозяйство и строительная индустрия. Мы ожидаем, что в скором времени рост экономики составит 3,4%. К новостям в городе. Из года в год в Семее создается сезонный ажиотаж вокруг угля. Возле железнодорожных тупиков, куда привозят твердое топливо, собираются большие очереди грузовых машин, водители которых в буквальном смысле слова штурмуют ворота угольных складов. Почему угля не хватает и кто в этом виноват, разбиралась наша съемочная группа. Каждый год с наступлением холодов перед угольными складами появляются большие очереди грузовых машин. Многие из водителей ждут погрузку в течение нескольких дней. Ерлан Акимбаев приезжает сюда третий день подряд. По его словам, твердого топлива, завозимого с разреза Каражира, хватает не на всех. Вот и в этот раз Ерлан сомневается, что сможет выполнить полученный заказ на доставку угля. Там 5 вагонов привозит, 5 вагонов до обеда, 5 вагонов после обеда. Люди ждут. Вот 5 вагонов привезут, например, разгрузят. Кто на очереди стоит, бывает, не хватает. Вот до следующего дня вот так вот мы здесь, получается, торчим. Действительно, еще утром на склад в районе 72-го квартала поступило 5 вагонов угля. Но уже через пару часов практически весь объем был раскуплен. Хотя возле ворот склада в очереди стоит более 15 машин. Еще больше желающих купить уголь скопилось на складе, который расположен на восточном поселке. На данный угольный склад, расположенный в восточном поселке, только что поступило 10 вагонов угля. Это 700 тонн твердого топлива. Данного объема из-за искусственно созданного ажиотажа хватит на 4 часа погрузки. О том, что проблема с углем создана искусственно, говорит тот факт, что большая часть стоящих в очереди – перекупщики. Купив твердое топливо по отпускной цене, они потом, уже не стесняясь, перепродают его жителям частного сектора. А особо предприимчивые, пользуясь спросом, перепродают уголь мешками. Среди тех, кто с нетерпением ждет погрузки, есть и простые жители, которые вынуждены соглашаться со спекулятивными ценами, лишь бы получить долгожданный уголь. Я уже 5-6 дней хожу сюда, не могу нанять водителя. Здесь продают по 7 тысяч за тонну, да плюс сами водители накручивают по 1000 за доставку. Уголь есть на складе, но мы не можем его получить, потому что большая очередь. То, что проблем с углем в Семее нет, подтверждает заведующий угольными складами и руководство отдела ЖКХ. По их информации, уголь поступает в город регулярно. Во многом нездоровый ажиотаж складывается из-за того, что жители частного сектора откладывают закуп твердого топлива до последнего момента. И как только приближаются холода, они начинают активно приобретать необходимый объем каменного угля. В город завезено свыше 180 тысяч тонн угля, которые уже разобраны. И поставки угля не прекращаются. Ажиотажного спроса как такового нет. У нас погода балует, еще пока тепло. Но вместе с тем хотел бы обратиться к горожанам, что все эти вопросы нужно решать заблаговременно. У нас сейчас 25 вагонов в сутки идет вот отгрузка. И мы это реализовываем с 3 складов. В этом году, сентябрь-октябрь, мы, получается, реализовали больше, чем по данному периоду прошлого года. В
Последние дни в социальных сетях и мессенджерах распространяется видео с очередями за углем. На видеороликах видно, как водители грузовиков в буквальном смысле слова стараются ворваться в ворота угольного склада. О каком-либо взаимном уважении и порядке здесь говорить не приходится. И пока жители частных домов не научатся заранее думать о предстоящей зиме и своевременно делать необходимые запасы угля, аналогичная ситуация будет повторяться каждый сезон. Самат Цикенов, Ернур Калелов, служба новостей Семей. Вслед за благоустройством площадей и других мест отдыха горожан, Семей намерены привести в порядок и дворы жилых домов. Работы в этом направлении уже начаты. В 7 точках города установлены современные детские площадки. Как сообщили в Акимате, в будущем благоустройство будет проводиться по аналогии со столичными дворами. За последнее время Семей значительно преобразился. И, как заверяют в Акимате, эта тенденция найдет свое продолжение и в следующем году. На недавнем открытии каскадного фонтана на набережной Иртыша аким города Ермак Салимов сообщил еще одну радостную новость. Теперь власти намерены взяться и за дворы многоэтажных жилых домов. Мы, реализовывая наши проекты от центра к периферии, сегодня будем заходить и заниматься реконструкцией нашего многоэтажного жилого фонда. То есть будем заходить в квартала, с тем, чтобы там можно было сделать асфальт, освещение, детские площадки, благоустройство. К слову, работы эти уже начаты. На сегодняшний день в 7 точках города уже установлены современные детские площадки. Аналоги тех, что украшают дворы домов Астаны. На эти цели городской бюджет выделил 65 миллионов тенге. Монтажом оборудования занимается столичная фирма, которая сейчас дорабатывает площадки. Заливает их тартановым покрытием. Самая большая площадка установлена на набережной Иртыша. Остальные во дворах улиц Мухаммедханова 33, Шакарима 15, Шугаева 155, а также на 20 и 35 кварталах в поселках Холодных Ключ и Восточный. Планируется, что в следующем году детскими площадками будут оборудованы и другие дворы города. Это будет сделано в рамках программы «Мой двор», в которую войдет и ряд других комплексных работ. Будет учитываться специфика дворов. Во многих дворах стоят вопросы, остро стоят вопросы асфальтирования. Не решен вопрос примыкания асфальтовых площадок, которые внутридворовые, и к магистральным, и рядом проходящим автомобильным дорогам. Одним из наболевших вопросов по благоустройству дворов является снос, скашивание деревьев, аварийных, сухостойных, которые находятся вблизи домов. Кроме того, предполагается установка малых архитектурных форм, скамеек, урн, дополнительное озеленение. Отметим, что пока эта программа находится на стадии разработки в областном и городском акиматах. Но уже сейчас ведутся все расчеты. Принимаются заявки от представителей КСК. Как отметили в акимате, в целом концепция благоустройства дворов будет вестись по аналогии с Астанинской. Сауле Байгалиева, Ильжан Макзумов, Ернур Калилов. Служба новостей Семей. К другим новостям. В Семее прошел семинар о социальном взаимодействии неправительственных организаций и семейно-врачебных амбулаторий с участием в том числе и волонтеров. В ходе этой встречи участники обсудили вопросы, которые были подняты на недавно прошедшем в Астане форуме социальных работников. Они обсудили работу соцработников и требования, предъявляемые к ним. Также на семинаре была дана информация об обязательном медицинском страховании и о программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Сейчас очень активно обсуждается вопрос о переходе казахского алфавита на латиницу, поэтому данная тема тоже не осталась в стороне. Латинский алфавит очень близок к медицинской общественности, поэтому, как высказались медработники, переход казахского языка на латинскую графику для них не представит особой трудности. Зато откроет большие возможности перед страной. Латинский алфавит – это исторический алфавит для казахов, поэтому я думаю, что ничего в этом удивительного нет. И для перехода к мировым стандартам, к мировому сообществу, Казахстану это абсолютная необходимость. Если коснуться медицинских работников, то медицинские работники в институте проходят латинский язык, латинский алфавит для них не чужд. Поэтому я думаю, что народ воспримет это с удовольствием, поскольку это нужно для будущего нашей нации. В городском дворце культуры прошел гала-концерт областного творческого конкурса «Две звезды». Главными участниками мероприятия являются лица с ограниченными возможностями. Выступить на большой сцене смогли не только жители нашего города, но и конкурсанты, специально приехавшие из районов нашей области. Безграничные творческие возможности участников оценила и наша съемочная группа.
Свет софитов, полный зал зрителей, бурные аплодисменты. Все, о чем мечтают будущие звезды. Конкурс «Две звезды» проводится уже 4-й год подряд. Ежегодно количество конкурсантов растет. Особенность конкурса заключается в том, что его участниками являются лица с ограниченными возможностями. В дуэте с ними выступают профессиональные артисты. В этом году конкурс приурочен к 100-летию движения партии «Алаш» и Дню инвалидов. Организаторы отмечают, подобные мероприятия расширяют возможности для самореализации лиц с ограниченными возможностями. Мы просто другие, мы уже давно другой. Мы просто такие, неизвестного чем. Конечная цель этой вообще самой проводимой мероприятие – это прежде всего, конечно, выявление творческих способностей детей с ограниченными возможностями. Самое главное – дать им возможность самореализации, чтобы у них личностное развитие было, вселить им уверенность в том, что они такие же люди. Вместе с количеством участников растут и масштабы конкурса. В этом году мероприятие проводилось уже на областном уровне. В нем участвовали конкурсанты, приехавшие из различных районов нашей области. Айя Русерик является победительницей многих песенных состязаний. На конкурсе «Две звезды» она участвовала вместе со своим руководителем от имени Зайсанского района. Несмотря на то, что она не может видеть, на сцене Айяру чувствует себя комфортно. Свое будущее она связывает только с искусством. Мы заняли гран-при в первом туре конкурса «Две звезды» в Зайсане и приехали на этот конкурс. На него мы специально шили костюмы. Во время второго тура мы показали хорошие результаты и получили путевку в 3-й тур на гала-концерт. Конкурс организован на высшем уровне. Хочется, чтобы побольше уделялось внимания таким детям. Нужно поднять их дух и поддержать их. В конкурсе участвовали 15 дуэтов из 5 районов области. Сам конкурс состоял из 3 туров. 10 лучших пар были отобраны на гала-концерт. По итогам конкурса обладателями гран-при стала пара Аяжан Магауянова и Максат Рахеев. Организаторы отмечают, что большинство участников имеют сложности в психическом развитии, поэтому им тяжело учить слова песен наизусть. Но несмотря на это, конкурсанты смогли достойно выступить на сцене вместе с профессионалами. Все участники были награждены денежными призами и дипломами в различных номинациях. Бакытгүл Казез, Елжан Макзумов, служба новостей семей. В семье завершился чемпионат города по спортивному туризму среди детей и подростков. В нем принимают участие более 70 скалолазов в возрасте от 10 до 18 лет. Турнир стартовал 14 октября. За это время спортсмены преодолевали 3 дистанции, каждая из которых заключала в себе определенные сложности и соответствующие задания. Трудность, траверс, скорость. Отметим, что спортивный туризм развивается в нашем городе с 1999 года. Сегодня в колледжах и школах города работают клубы по спортивному туризму. Данные соревнования являются традиционными. Проводятся они 2 раза в год – осенью и весной. В финальный день соревнований будут определены победители. Лучшие скалолазы получат возможность отправиться на чемпионат области. Ежегодно проводим эти соревнования. Ребятам очень нравится этот вид спорта. Покоряют, как бы сделал восхождение на пики, разные пики, которые находятся в наших краях, в Восточно-Казахстанской области. Мне нравится туризм, потому что туризм – это не только вид спорта, это жизнь. Туристы обходят весь мир, видят всю красоту нашей земли. И в завершение выпуска информация к сведению депутатов и жителей города. 18 октября в 10:00 в городском акимате состоится внеочередная сессия маслихата. На повестке дня 2 вопроса – о внесении изменений в бюджет семей на ближайшие 2 года и о внесении изменений в правила по оказанию социальной помощи, установлению размеров и определению перечня отдельных категорий нуждающихся граждан. И таковы были новости этого дня. Я желаю вам всего доброго и до встречи.